У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Fit and Grow Fish, и в данный момент как раз таки мы будем прокачивать эту маленькую рыбку. Она одна из тех самых представленных бесплатных рыбок, и, разумеется, будем стараться ее прокачать. Ее действительно будет очень тяжело прокачивать, так что обязательно ставьте лайк прямо сейчас, чтобы выходило больше видео по данной игре. И, разумеется, ребята, я обязательно для вас запишу что-нибудь интересное, потому что добавили несколько новых рыбок, но это не в этом режиме. Разумеется, мы обязательно до них дойдем рано или поздно. Так что, чтобы поддержать данную рубрику, да, ребят, лайки, комментарии, все остальное вы уже сами знаете. Короче, смотри, что мы можем делать за эту рыбку. Правильно, есть только вот такой вот маленький, опять-таки, морской, я не знаю, морской корм. Давайте так его назовем, потому что здесь улитки, есть какие-то червячки, есть какие-то непонятные вот эти вот креветки. Страшные, блин. Которые, ну, вроде бы близко не подходишь, вроде нормальная креветка. Ближе приближаешься к ней и смотришь, блин, вообще какая-то страшилка. Вообще максимальная страшилка. Ну, в общем, ребят, сейчас мы будем стараться прокачать, и я буду, смотрите, как прокачиваться. Я набираю, к примеру, сейчас второй уровень, и если меня убивают, то я, разумеется, начну именно со второго уровня. О, привет. Интересно, пиранью смогу убить? Давайте попробуем. Она меня, в принципе, тоже может убить. Это же что было? Бегите, глупцы! Преследование идет? Преследования нет. Ну, окей. Еда-то вроде бы как бы кончается здесь. В любом случае, вот в этой локации мы бесконечно есть не сможем. Но вроде бы меня не убили, мне уже хорошо, мне 15 жизней. Но атаки, ребята, у этой рыбки практически нету, потому что у нее присосочки вместо зубов. Вы представляете? Она может всасывать немножечко, да? У всех рыбок. Она может всасывать, разумеется, я имею в виду еду, ребят. Всасывать еду. И, разумеется, кусать она никого не может. Не может, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы кусать хоть какие-то защитные функции у этой рыбки присутствовали. Я не знаю, как такие рыбки вообще существуют. Но видишь, как пищевая цепь, разумеется, выстроилась. То, что рыбки-то, они как бы незащищенные, их рождается сразу много. Их тысячами рождаются, из икры они вылупляются. Вот такие вот рыбки в огромном-огромном количестве. Поэтому как бы популяция их сохраняется и выживают довольно-таки много. То есть, если там 50% съедят, 50% еще останется. Их рождается с одной рыбки, да, с одной икры. Одна рыбка там сколько? Ну ладно, может быть не тысячи, может быть сотни этих икринок. Сделает, вылупит, да? Родит, я не знаю, как это еще по-другому сказать. И в общем-то да, их становится очень много. И вы понимаете то, что из этих икринок из сотни половины как минимум выживут. А потом из этой половины еще 25%, ну или даже 50% из этой половины родит, так же, как и та рыбка, которая родила их. Вот так вот это все устроено. Вы представляете, насколько все интересно и сложно. Но сейчас мы с вами куда направляемся? Мы направляемся все еще сюда же, разумеется, потому что мы не будем с вами рисковать. Риск ни к чему хорошему не приводит в данной игре, потому что нас просто-напросто слопают. Как только мы с этого, вот, получается, я не знаю, как назвать, коридорчика маленького, специального для нас построенного, существующего, потому что если мы выйдем за пределы, там уже будет побольше еды, конечно, но и опасности тоже гораздо больше. Поэтому нафиг рисковать. Буду здесь есть, пока не устану, не устану. Так, кусь. Еще кусь. Где еще? Вот он. Два опыта, ребят, всего дают. Два опыта. Это ли не чудо? Конечно же нет. Максимально мало. Максимально минимально. Так, улиточка. Ну, мы почти прокачали за третьего уровня, довольно-таки, да, кстати, быстро. Если вы не заметили, как раз-таки на втором уровне, как мы получили второй уровень, мы сразу же стали больше, мы сразу же увеличились. Это визуально сразу же замечается. То есть у некоторых рыб второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровни вообще незаметно. Ты вроде бы растешь, но нет такого, что ты прям замечал. Давайте посмотрим на третьем уровне, как это будет выглядеть. Нам капельку осталось одного, наверное, двух съесть, и мы, в принципе, прокачаемся. Что-нибудь здесь есть? Червячков, к примеру, вообще не видно на такой глубине. Во, видишь? Она прям подпрыгнула, аж камера, потому что у нас действительно рыбка стала больше. Вот так это все и работает, ребят. Так, ладно, погнали тогда отсюда. Кстати, здесь появляются, видишь, периодически тоже новые улиточки, новые вот эти вот всякие планктончики и все остальное. То, что нам нужно как раз-таки кушать. Но с третьим уровнем, я не знаю, можно ли вообще кого-нибудь победить. Но я, в принципе, могу попробовать победить с третьим уровнем ту же самую пиранью 1 на 1. Это возможно, я думаю, пиранью победить, потому что у нее очень маленький урон, и она очень часто тупит. Но если нападут другие пираньи, мне, конечно же, сразу же придет конец.
Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы у меня был конец. Но третий уровень есть, мы уже как бы достигли какого-то пика. У нас уже есть хороший результат. Ну давайте погоняем. Вон, видишь, рыбка какая? Видишь эту рыбку? Нафиг надо? Я не хочу туда больше возвращаться. Там слишком страшно. Офигеть. Вот это рыбка, конечно. Всем рыбкам рыбка. Вон та вот, которая здоровенная. Угу. Как я с ней буду сражаться? Мне какой уровень нужен? Тысячный? Чтобы хоть какой-то, я не знаю, что-нибудь против неё поставить-то. А то никаких ни защитных функций, ни зубов, ни клыков, ничего. Ни когтей, ни шипов. Я не знаю, что еще может быть. Ни яда. Ничего нет у этой рыбки. Как бы рыбка, которая существует для того, чтобы либо ее съели, либо просто чтобы... Ну, скорее всего, для этого и существует только, потому что а что она еще будет делать? Взял мою улитку, своровал, а? Гад какой. Мелкий. Мелкий гаденыш. Ну ладно, сейчас поговорим, когда съедим этого говнючка. Иди сюда, мачка. Съел? Мне вот эти рыбки бесят. Они меня преследуют, теперь дают мне поесть. Представляешь? Не дают поесть. Первячок, хватит. Да вы достали! Что вы меня преследуете? Жили бы и жили там в своем болоте. А это мое болото. Блин, господи. Они как будто специально за мной путешествуют. Надо к хищникам идти, чтобы хищники их съели. Ага, а хищник-то специально будет только меня есть. Игра так устроена почему-то. Игра не работает так, как тебе хочется. Приветок моих едят. Ну посмотри, и что я должен делать? Посмотри. Рядом со мной плавают. Вы что, тупые? Валите отсюда, я вас сейчас сожру. А что они убегают? Муж, я ударил? Не знаю, не знаю. А, потому что там хищники сверху были. Вот, пираньи, ребят, начались. Появились пираньи, откуда ни возьмись. Здесь какой-то морской угорь. Ну, третий уровень! У меня уже есть, но меня съели. Да, меня съедят 100%. Ну, никак не могу, ребят, убраться. Убраться этого от этой мурены невозможно. Разумеется, прокачиваемся, ребят, до четвертого сразу уровня. До четвертого. Посмотрим, что на четвертом можно сделать. То есть на третьем, если вообще практически ничего не возьму. Вот щука прилетела. Получай, щука. Мало попало? Ага. Помогите, братья. Братья могут есть только мою еду. Они только жрать могут. Больше ничего. Ну ладно, на четвертом уровне также продолжим сейчас. Куда-нибудь в другое место просто свалим. Только жрать могут мою еду. Больше ничего не делают. Бестолковые. Преследуют меня, да, и едят мою еду. Так, смотрите, сколько здесь всякого этого. Всякой ерундовины. Ну, в принципе, да. Есть-то в любом случае также некого остается. Никого нету новенького. Кого бы я мог съесть, на кого бы я мог напасть. Он мне сразу все кости сломал. Представляете, насколько вот опасная здесь среда обитания. Просто максимально опасная. И как мне здесь выигрывать? Какой же мне нужен уровень для того, чтобы хоть на кого-то напасть да победить? Мне кажется, пиранью на самом деле я уже могу. Или вот этих вот рыбок тоже могу. Ага, их бы поймать сначала. А чё вы такие быстрые? А где они? Они же были здесь. Где-то исчезли куда-то. Вон они. Не. Не. А я кусаю раз в год. А может проглотить могу? Я могу их проглотить! Некоторых. Вот что за рыба такая. А это мои, блин. Братья, которые голодные рты. Вечно готовы съесть у меня все из-под носа забрать. Ну ладно, давай сюда поплывем. Смотри, как она быстро виляет, а хвостом, а? Смотри, это поворот, блин. Если бы ты виляла хвостом еще тогда, когда нужно, блин, а не просто так. Давай сюда спустимся. Может быть, есть что-нибудь? Вообще пусто. Видимо, весь этот вот всю еду уносит туда. А это, кстати, удобно. Дай еду, дай еду, дай еду, дай проглоти ее. Только можно ждать. Опа, и полетели. Сейчас опять кто-нибудь съесть. Ну, я так и знал. Я прям чувствовал, что так будет. Уж начнут меня кусать. Ну ладно, мы живы. Это уже хоть какие-то хорошие... Но! Вась! Тип, помогите кто-нибудь! А! Они вдвоем напали! Они вдвоем напали за что-то. Так, сразу 10-й. Сразу 10-й уровень. Сразу 10-й уровень. Больше никаких, ребят, поблажек. Больше никаких поблажек. Потому что рыба вообще никакущая. Ничего не может сделать. Сейчас хотя бы, может быть, что-нибудь могу сопротивопоставить. Ну и чё? А я кусать будешь?
Она и кусает-то медленно, заметьте. А чё это у меня? У вас чё? Команда? Вы что, в команде? У меня есть команда, но она не за меня, она просто ест за меня. Атаковать ради того, чтобы я выжил, она не будет. Вот моя команда, вот уплывает. Я понял. Ты посмотри, даже на 10 уровне вообще ничего сделать нельзя. 15-й. То есть, как бы, вроде бы что-то делаем, кусаем, но урон настолько незначительный, что это вообще не ощущается. Ноль, ноль просто хоть какого-то прогресса. Ну, смотри, там рыбы-то здоровые вот. Я уже, конечно, побольше, наверное, буду. Они не боятся. 21 урона, чего? Чего ты говоришь? Какие 21 урона? Пошли-ка ты в задницу, наверное, с таким большим уроном. Не, на таких это нападать, конечно, это вообще безумие какое-то. Самоубийство. Я лучше вон пираньи буду кушать. Пираньи вот самое то. 27 опыта всего лишь дают, ребят, за пиранью. 27. Это просто... Сколько мне пираньи нужно съесть? Видишь, я и рака могу уже проглотить. То есть мне с ними уже драться не надо на 15 уровне. То есть 15 уровень, в принципе, это уже тот уровень, который позволяет вам хоть чувствовать себя настоящей... живой рыбой, которая сможет хоть что-либо сделать. Потому что до этого вы не чувствуете вообще никакого прогресса, никакой игры. То есть вам нужен 15 уровень. Вы за другую рыбу вообще можете легко прокачаться, а именно за эту вы не прокачаетесь никак. В принципе, за рака еще вообще бессмысленно играть. Рак — это, наверное, самая бессмысленная рыба, которую вообще я когда-либо видел. Рыба, я сказал. Существо в этой игре. 5 урона, кстати. 5 урона — это уже нормально. 4 удара по этой рыбке, но я ее мог проглотить, видишь, так что не обязательно было ее кусать. Учитывая, что у меня нет зубов, как бы это вообще было супер необязательно. Так, ну давай. Оп, 16-й. Вообще, как будто они со мной плывут специально. Я спасу тебя, брат. У меня 6 урона. Я не спас его, брат. Брат, я тебя не спас. Я тебя доем уже. Я тебя уже не отпущу. Я победил! Она мне буквально 3 удара могла, 4 удара сделать, и я бы умер. Я бы, скорее всего, умер. А чё меня кусает эта вот мелочь пузатая? Мне надо быстрее доедать этого чувака, для того, чтобы мне жизни дали. Так, кусь. 7 урона, это уже сильно. Это уже действительно... Все должны меня бояться. 7 урона, это сильно. Получай, присосками тебя присасываюсь, присосочками. Вот эти вот кусали меня, мелочь пузатая. Я его проглотил, вот этого вот большого карпа, я не знаю, кто это, карп, да? Пираньи, вы что, офигели, что ли? Совсем борзели? У вас нет атаки, можете не пытаться, можете не стараться. У вас не получится меня съесть. У вас получится мне просто надоесть. А, вот я сразу вас проглочу. Вот это я, ребят, понимаю. Действительно, посмотри, какая здоровенная это стала, а? Была такая маленькая. Няшка-стесняшка, блин, а сейчас вон. Вымахала. Так, кусь. Ты-то меня уже не проглотишь. У него есть способность у этой вот рыбы, карп, я не знаю, кто это. То, что он может проглатывать существ больше своего размера. Но я-то уже настолько большого размера, что эта способность просто стала бессмысленной для этого чувака. Учитывая, что он меня вообще не может проглотить никаким образом. 19 уровень. Ребята, полетели с 19 уровнем уже сюда. Там, кстати, уже действительно будет сильная рыба. Помните, да, наверное, по прошлым видео, то, что здесь есть действительно мощнейские нереальные рыбины, которые готовы тебя просто сожрать, не прожевывая. Так, ну а как мне охотиться, если я не могу их догнать? Какие-то они шустрые, блин, посмотри-ка. Ну, некоторые, кстати, дают неплохое количество опыта. Опа, этого съел. А этого могу съесть, интересно? Да, даже этого могу теперь проглотить. Офигеть. А ты кто? Я боюсь. Он тоже боится. Ну, он здоровый какой-то. Я боюсь даже на него нападать. Я бы съел бы его с удовольствием. Он здоровенный. Не, ребят, я не хочу рисковать. А здесь еще больше риска. Давайте попробуем поесть кого-нибудь побольше, но небольших, не таких больших, как эти. То есть будем проглатывать, не будем атаковать. А как только... Вон, мурены всякие. Я не понял, а ты что меня током добьешь-то? Или чем там бьешь? Проглотить могу, а почему-то подошел вплотную, тогда я ничего не смог сделать. Странно все это. Странное дело. О, нашел золотую жилу, так скажем. Дайте мне эту рыбку еще. Давайте до 25 уровня хотя бы докачаемся, и уже с 25 уровнем полетим на вон тех вот гадов.
здоровенных. Будем их уже давить, уничтожать. Хотя можно, в принципе, на этого уже нападать, мне кажется. Хотя, если он меня укусит, будет больно. У него урона гораздо больше, чем у меня. А он меня боится, он уходит. Или не боится. А уже поздно не бояться, я его убил. Ну, у меня 175 хп, ребят, но это не говорит о том, что мне бы было легко его победить, на самом деле. Это вообще ни о чем не говорит. Это было бы супер опасно. Так, давайте отдалим немножко камеру. О, красиво. Вон она, опять рыба появилась. Рыба моей мечты. Иди сюда, моя маленькая, классная красавица. Да, у тебя здоровые зубки. Но мне-то зубки даже вообще не нужны. Интересно, убьет меня? Да, убьет, ребят. Убьет. Я его убил, у меня 2 хп. Это просто повезло. Я кого-то съел случайно. Ой, он пролетал мимо, я его проглотил. Такая же рыба, как эта. Давайте 26 уровень добиваем и все-таки идем на ту рыбу самую здоровую. Это единственный вариант, с кем я могу еще сразиться. Вот эту сейчас съем еще. Еще, да? Это тоже здоровенная какая-то. Вот эти, кстати, очень много опыта дают. Офигеть. Смотри, сколько опыта. Ну я уже супер огромная, ребят. Я рыбеха. Лепеха какая-то. Мега лепеха. Мега рыбеха. Ну и что получается? Это сейчас съем не получается, нет, 27-го. Надо искать, короче, ребят. Ищем, свищем огромную рыбу и, разумеется, едим все, что будет на нашем пути. До момента, пока мы не найдем здоровую рыбу. За здоровую рыбу нашел. Стоит ли идти сейчас? Нет. Я думаю, нет. А ты что здесь гуляешь? Это вот из моей стаи бывший. Ага, который у меня все сжирал. Все съедал. Надо сваливать. Что-то не особо хочется с ним сражаться. Говорю, 27 уровень, 27 уровень. А есть-то нечего. Все куда-то попрятались, говорят, нет. Не хотим мы тебе отдавать свои жизненные силы. Свой опыт. У меня скорость, видишь, почему-то вообще минимальная стала. О, хорошо, ребят, 27 уровень. Все, погнали. Погнали атаковать здоровяка. Здоровяк, ты здесь? Ты где там живешь-то? Куда ушел? Здоровяк, выходи. Мы тебя ищем, здоровячок. Вот он. Все, полетели, полетели. Я не знаю, получится ли его убить. 2. Ой, стан, видишь, какой-то дается. Но он меня уже боится, он действительно меня боится. Мне наносит по 7 урона, потому что он меня хвостом, видимо, оглушает. Каким-то образом, видимо, у него такая способность. По 28 урона, ребята. Я не думаю, что это много времени уйдет для того, чтобы его победить. Он меня боится, потому что я уже действительно больше него. Мы его победили. Мы, ребята, практически за самую слабую рыбу все-таки до конца дошли и победили самую сильную рыбу. Вот как это получается. Это так выходит иногда, действительно, такое бывает. Можно, в принципе, его доесть, а можно его отправить вверх. А если мы вверх его отправим, получится что? Правильно, то же самое, что, в принципе, его и кусать. 31 уровень. Поздравляйте меня в комментариях. Это действительно мощный результат за такую рыбку набить такой уровень. Но, видите, опять-таки, у вас может не получиться с первого раза дойти до конца. У вас может это не получиться, к сожалению. Смотри, можно вытащить так голову. У, привет. Привет, это я. Я самая, та самая маленькая рыбка, которая выросла уже и почти практически не помещается. Не помещается никуда теперь. Вот такие дела. Ну классно, классно, ребят, мы с вами хорошую работу проделали, так скажу. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, не забывайте подписываться на паблик, ВКонтакте, ссылка в описании, шапка канала, это был игрок Feed & Grow Fish. Всем спасибо за просмотр и всем добра.